Вот смотрите, получается, ручка вот здесь вот регулируется, здесь кнопочки есть специальные, тем самым она регулируется. Ручка здесь идет не перекидная, блок перекидывается с помощью маленьких кнопок. Здесь получается вот таким вот образом будет перекидываться. Вот, посадить получается, здесь вот ремни есть по краям, они между собой снизу застегиваются. Вот, потом нажимаются эти большие кнопки, опускается. И вот здесь вот затягивается вот, ремень для малыша. И тем самым мы, получается, садим от 0 до 3 лет колясочка идет. Вот. Складывается моделька тоже очень легко, снимается полностью блок. Вот этот. Таким вот образом подходим сзади к коляске, нажимаем кнопочки, тянем. И вот так вот она складывается. Классно, классно. Да.